Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И у меня есть ровно 5 минут свободного времени, чтобы научить тебя играть песню Земфиры и Скала. У меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, поэтому обязательно подпишись, чтобы мы с вами были супер крутыми и популярными, тем более быть на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. Мне кажется, это супер круто. Поэтому быстренько бери укулеле в руки и погнали учиться. Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными, журнал, кино, среди друзей в день, когда нашла, с ума сошла ты, совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя гуашью. Разбор на укулеле. Для начала разберем аккорды куплета. Играется 4 аккорда. Первый аккорд Д. Зажимаем вторую струну на первом ладу, а третью и четвертую на втором ладу. Далее идет у нас аккорд С. Зажимаем просто первую струну на третьем ладу. Третий аккорд — аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем ладу. И четвертый аккорд — аккорд А. Зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором ладу. Теперь эти все аккорды полностью. D, M, C, G, A. И они играются по всему куплету. Теперь аккорды припева. Мы тут добавляем аккорд фа. Чтобы его сыграть, мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором ладу. Теперь последовательность аккордов в припеве. Фа, а, фа, а, фа, а, джи, а. То есть аккорды фа и а повторяем 3 раза подряд, потом джи, а. Если что, вот тут все написано, не переживай. Теперь, как играть куплет? Куплет мы играем следующим рисунком. Играем четвертую струну и третью, вторую и первую струну вместе. Получается. Этот рисунок мы играем на один аккорд. Да, заметьте, тут есть такое оттягивание. Пока вы длительности не знаете, просто запомни на слух, как я это сейчас сыграю. Еще раз. Да, и вот один удар мы играем на один аккорд. Получается. Та-там, 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 там, там, та-там. Та-там, 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 та-там. Теперь со словами. Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными, журналов, кино, среди друзей в день, когда нашла, с ума сошла. Да, на последний с ума сошла вы можете играть как просто удары вниз, то есть чтобы была такая кульминация к припеву, тогда у нас получится. День, когда нашла, с ума сошла. Ну, то есть просто можете удары, можете без этого, как кому удобно, это просто как фишка будет. Теперь бой припева. Мы играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз. Вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. При этом мы его делим на 2 аккорда. На первый аккорд будет у нас вниз, вниз, а на второй доигрываем. Получается вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. С аккордами получится следующее. Теперь со словами. Совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя гуашью. Понравился разбор? То поставь лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Погоди, погоди. Дарья из настоящего хочет сказать одну новость. Если ты хочешь поддержать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty.
Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!